Друзья, всем привет! Поскольку я являюсь владельцем оборотного моторсечевского плуга ПВО-1В уже более 2 лет, я ее хорошо изучил и могу вам рассказать все тонкости его настройки. Значит, а ты ничего не забыл? По кофейку. Супер! По кофейку, да. Вот. Спасибо. Теперь поехали. Друзья, если вы еще не купили мотоблок или желаете поменять мотоблок на мини-трактор, рекомендую вам обратиться к постоянным партнерам нашего канала, интернет-магазину «Все мотоблоки». На сайте «Все мотоблоки» большой выбор тракторов, мотоблоков и навесного оборудования к ним. Интернет-магазин работает с поставщиками напрямую, поэтому можете быть уверены, что вам придет оригинальный товар. После заказа вам могут доставить товар по Украине прямо к дому, независимо где вы живете. И кстати, на многие товары действует бесплатная доставка. А также любой выбранный товар вы можете купить в рассрочку без переплат или кредит. Условия уточняйте по телефону, указанному на сайте. Если не можете определиться с товаром, звоните, и вам помогут подобрать. Итак, друзья, общая такая картина. Мотоблок находится на ровной площадке, в данном случае бетон. Выехали на брус или что-либо у вас есть под рукой. У меня брус получился 18 сантиметров. Считаю эту глубину наиболее приемлемой для вспашки на моей почве. Вы же, в свою очередь, можете выставить любую другую глубину, которую вам нужно. В обязательном порядке, друзья, должна быть на заглушенном двигателе включена передача. В данном случае у меня первая передача. Ну и на бандоблоках моторсич, у которых есть дифференциал, обязательно включите блокировку, чтобы мотоблок не развернуло вокруг своей оси. Отказала у меня кнопка глушилки на руле. Это уже, кстати, не первый раз. Наверное, я буду ее снимать и что-то делать. Может быть, такую кнопку, чтобы нажал, отпустил. Не такой вот переключатель. Вот. Ну, благо, на двигателе есть там дубликат. Можно глушить на двигателе. Я по своему опыту пришел к двум вариантам настройки. Первый вариант настройки – это полностью вся настройка на огороде. Делаем первую борозду, когда плуг стоит перпендикулярно оси мотоблока. Первая борозда. Потом последующее мы его на глаз наклоняем в ту или иную сторону. Это первый вариант. И второй вариант, которым пользуюсь я сейчас. Значит, изначально выставляю вот эти все углы наклона и так далее в гараже. Вот. И первую борозду делаю уже вот так, по таким вот наклонам. То есть мотоблок горизонтально, а плуг немного вот так вот стоит. Ну, как ему нужно стоять, когда он будет в борозде. То есть вертикаль уже здесь стоит, когда мотоблок идет по борозде. Это второй вариант, который мне больше нравится. Значит, сейчас я вам показываю полностью настроенный плуг с последней моей вспашки. Друзья, видите, что носок лемеха немножко приподнят. Что на левом корпусе, что на правом. Как он работает при таких настройках, прилагается видео.
Итак, друзья, выставляем в первую очередь вертикаль плуга. Как это делается? Это делается на данном плуге очень легко. Откручивается вот этот болт фиксатора. И вот такими движениями видим, что плуг легко поддается регулировке. Вертикаль плуга можно выставить, какую вам нужно. Опускаем весь плуг на пятку и смотрим, чтобы одна из сторон лемеха тоже касалась почвы. Ну, в моем случае сейчас касается задняя часть, вот. А передок мы опускаем винтом глубины. Вот смотрите, пятка на бетоне, носок на бетоне, ну и задний конец тоже на бетоне. Дальше, друзья, после того, как затянули болт фиксатора, съезжаем с подставки, не забываем про то, что мотоблок у нас на передаче при заводке, вот. Подставляем подставку под левое колесо, заезжаем, глушим на передаче, на блокировке дифференциала. Ну, то есть все так, как мы делали аналогично с правым колесом. Вот, оборачиваем плуг на другой корпус, ставим на пятку и смотрим. Выставляем аналогично горизонталь. Значит, у вас плуг должен стать на три точки. Если вам не удается второй корпус поставить на три точки без вращения ручки и регулировки глубины, а именно плуг у вас стоит или на лемехе, на самом, а пятка висит, или пятка стоит и еще одна из сторон касается, а на вторую невозможно его поставить, то значит, друзья, у вас неправильная геометрия плуга. Ну а если у вас уже неправильная геометрия плуга, друзья, то сами знаете. Сварка, болгарка вам в помощь. Теперь делаем свободную сцепку. Значит, друзья, я свободную сцепку делаю с обоих сторон по 4 мм приблизительно. То есть 4 с одной, 4 с другой. Ну и к своему плугу я еще сделал предплужники, друзья. Выставляю их вот таким вот способом. От конца лемеха большого и до конца лемеха предплужника у меня 12 см. То есть получается, если пахать на глубину 18-6 сантиметров срезает верхний слой предплужник, а остальные 12 остается для большого плуга. Такие предплужники очень хорошо себя зарекомендовали при вспашке сидератов. Я себе еще сделал такой вот винт регулировки ширины захвата обоих корпусов. Ну и сделал такие вот независимые регулировки, чтобы можно было выставить корпуса относительно друг друга, чтобы шли на ровную глубину. Потому как, ну, с заводу не всегда все идеально сделано и нужны корректировки. Ну и расскажу еще такой маленький секрет, друзья, по поводу вот этого вот запирающего механизма, педальки. Значит, с обоих сторон, вот в этом месте, я смазываю немножко следулом. Это в свою очередь, когда переворачиваем плуг, легко все защелкивается, то есть абсолютно без проблем. Вот давайте я продемонстрирую, смотрите. Ну, идеально работает. Руками здесь трогать ничего не нужно. Есть владельцы, которые эту педаль переворачивают другой стороной, и тогда нужно рукой приподнимать. Ну, я считаю, как бы это, на мое мнение, неправильно, так как даже сама инструкция рекомендует устанавливать этот механизм не в качестве ручки, а в качестве педальки. Друзья, ну еще рекомендую сделать владельцам мотоблоков MotorSeach вот такой вот рычаг блокировки. Заводской здесь тяга, которую нужно на себя дергать постоянно, вот. А здесь вот смотрите, буквально одним пальчиком поднимается. Есть доводчик, который вместе с этим рычагом работает, ну, просто исключительно. Это очень нужная вещь при вспашке. Ну что, друзья, на этом предварительная регулировка плуга в гараже на подставках полностью завершена. Теперь нужно ехать на поле и делать уже при вспашке корректировки. Ну и после того, как мы отрегулировали глубину вспашки на ту, которая нам нужна, мы проходим еще пару проходов. Друзья, и смотрим, если у нас вспашка получается такими вот волками, то есть видно проход туда-сюда,
делаем корректировку ширины захвата вот этими болтами фиксаторов. В данном случае, друзья, эти болты нам теперь послужат для корректировки ширины захвата каждого корпуса отдельно. То есть пару-тройку сантиметров вот таким вот способом влево или вправо смещая стойку плуга, мы можем добиться просто идеальной вспашки. И хочу сказать, друзья, что после того, как я произвел все регулировки и корректировки обратного плуга моторсичи, друзья, вспашка получилась просто песня. Ну, от себя хочу еще добавить, друзья, что сейчас уже в продаже множество всяких оборотных плугов. Есть копии даже моторсичевских ПО-1В. Не знаю, как они работают. Мне в руки они не попадались. Есть уже даже с такими самыми предплужниками. Ребята скопировали у меня и уже выпускают. Не знаю, как они работают. Мне в руки не попадались. Значит, там есть модели с разрезными отвалами, такие как моторсич. А есть модели с цельным таким отвалом, который идет на два корпуса. Друзья, вот тут вот будьте осторожны, так как в некоторых плугах, как я посмотрел, отсутствует регулировка вот этой вот вертикали каждого плуга. Настройки вертикали каждого плуга ее просто нет. Есть настройка общей как бы вертикали, значит, вот в этом месте. То есть, ну, сами понимаете, это регулировка возле самой сцепки, так сказать, такие два полумесяца зажимаются двумя болтами. Вот, эта регулировка дает возможность отрегулировать только один корпус. Второй корпус, если вы перекинете плуг на второй корпус, то, ну, будет невозможно просто работать. Почему так делают производители, для меня загадка. Обязательно посмотрите видео Андрея Романкевича, там он делал оборотный плуг, я ссылочку под видео брошу. Вот в этом плуге все продумано. Так что, друзья, будьте внимательны при покупке оборотного плуга, чтобы потом его не пришлось переделывать. Буду очень рад, если это видео кому-то было полезным. С вами был Юрий Сербин. Легкой вам вспашки и приятных покупок. Все, друзья, всем пока-пока. Увидимся.